Романс. Зачем судьба со мной играет? Сплошные казусы, беда. Зачем она меня бросает? Туда-сюда, туда-сюда. За что такое наказание мне приготовила судьба? Не виновата я, терзание не для меня, не для меня. Но отступись, наверное, хватит всю жизнь испытывать меня. Пусть кто-нибудь другой заплатит и за себя, и за меня. Городок на Волге. Я не уроженка от посада, хоть живу здесь больше 30, но признаюсь вам, что очень рада, что меня ваш город приютил. Здесь нашла я вдохновение, силы, здесь моя работа и семья. Город на историю счастливый, стала я частицей тебя. Небольшой наш городок на Волге, но красивый, глаз не оторвать. Притянул меня к себе надолго, и теперь он мне отец и мать. Еще чуть попозже, еще зачитайте нам стихи, хорошо? Спасибо. Только добрых, милых строчек. Вот. Да, Николай Александрович, я только хотел... Продолжение любви. Нет, а потом свои, потом я сейчас хотел, ну, раз уж так вспомнил, Роберт Рождественский, потому что мы начинали тоже вот с... Это была пора, вот 60-е годы, это наша школа, мы вообще все были влюблены. Вот эта пятерка поэтов, я вам уже говорил, вот это все, это Рождественский, Вознесенский, Евтушенко и две Казакова и Ахмадулина, это были, ну вот, вся страна вообще, только им вообще поклон. Вообще поэзия тогда была в таком фаворе, то есть мы... Не просто увлекаясь, у нас литературные кружки, литературные были, эти свои клубы поэтов, ну, задания писались. И вот, поэзия, ну, просто вот, я им говорю, не только, что там Ташкент, вот, вроде далекий Ташкент, когда приехал в Москву уже много позже, они говорят, вот, неужели у вас там такое было? Давно вот повсеметно, не потому что там какая-то Средняя Азия, это сейчас там все забыли, и русский язык, и все. Так вот я... Чуть-чуть это вспомнил. Стихи о сложности. Это вот как раз молодежи, у нас это здесь совсем немножечко, вот это о вас. Стихи о сложности, да. Подъезды встречают мерцание мечетки. И бухает дверь за спиной деловито. В подъездах целуются парни с девчонкой. А я им завидую. Очень завидую. Я все это помню, домовые подробности. Дорога еще непонятна, не начата. И сразу же нагромождение сложностей, в которых земля для любви предназначена. Впервые пугают случайные взгляды, и время как вкопанное остановилось, и веришь в великие сложные клятвы. Неужто из сложности это я вырос? Я старше, я здорово знаю сам, пустяшных всех пустяков, в девичьим сердцам, дрожащим сердцам. Подбирать от ночи стихов. Как все это просто, до смеха, до жути. Далекие клятвы однажды затихли. Влюбленные мальчики, не обессудьте. Наверное, и вас простота настигнет. А я опускаю голову вниз. Влюбленных я обхожу осторожно и очень тихо прошу. Вернемся. Да, первозданная сложность. Это вот Рождественский. Вот такими стихами, там за нам дали, за вышку. Вот, а потом, ну, у вас что-то нормально, если... А, ну я так как бы плавно к себе немножечко, да, передам. Вот, ну тогда вообще вот это, вожаком в комсомоле был, секретарем комсомольской организации в школе, ну такой был очень активист. И вот мне... Думаю, тогда еще и бардов наших, Висбора, Акуджаву пели все. Вот и вдруг я, знаете, ну, много у Акуджавского живу, и были и военные, у него песни были, мы это все это уважали, тогда еще Высоцкий только-только там своими блатными еще так и начинал, поэтому тогда еще Высоцкий не был, например. А вот Акуджава, конечно, было, мы всегда на хлопке, когда уезжали, ну, как вы вот здесь на картошку, у нас всегда на хлопок, там все под гитару сидели, вот это все пели. И вдруг вот привезли, ну как до нас дошла вот эта акуджавская песня, я только так рефренчик один оттуда, это «Мне все равно, что есть сосна или южная чинара,
И в ресторане мне окей, и дома благодать. Мне важно только, чтобы со мной была моя гитара. Но остальное все на все, представьте, наплевать. А, ну, на остальное мне на все, представьте. И вот это, вот понимаете, это вот был мой кумир, и вдруг вот сразу все обрушилось. Вот, потому что, ну нельзя вот быть таким циником, все. Но я понимаю, что это герой той песни, герой. Но вот тогда я только вот столкнулся, что можно оказываться, вот понимаете, от лица кого-то, вот, вот так сказать, и вот... И себя вот как-то сбросить вот с этого сразу с пьедестала. И вот тогда я мальчишке написал вот эти стихи свое уже, это кредо в ответ Булату. Мне все равно, иду ли я за рулем в кабине, мне все равно по морю плыть или плавать по реке. Мне важно только, чтобы я погиб не на чужбине, а умер где-то на Руси со свечкой в руке. Мне все равно, какой карман, пустой или с деньгами, что деньги – пы, а люди в ней на совесть нечисты. Мне важно только, чтобы богат я был всегда друзьями, и у друзей своих я сам всегда бывал в чести. Мне все равно, как вас зовут, Тамары, Сони, Гарри. Мне все равно, какой у вас хоть рыжий цвет волос. Мне важно только, чтобы глаза любили, не солгали. А что касательно меня, я преданный, как пес. Мне все равно, кто чей жених и будет чьей невестой. Мне все равно, с какой ноги я встану поутру. Я не искал и не ищу себе под солнцем места. Но не напрасно знаю же, и не зазря умру. Мне все равно, что сын, что дочь. Одно им, дети. Мне все равно, чьи лучше сны, здоровых или больных, мне важно только, чтобы вновь на нашем белом свете не слышно было канонад и не было войны. Мне все равно, кто в небесах сидит на Божьем ложе, Индус Будда, раб Аллах или Христос еврей, мне важно знать, что человек без веры жить не может. Давайте верить в доброту, и будет мир добрее. Мне все равно, какой там дар ко мне не способен свыше. Давно заложен гонорар, за здорово живешь, живу как шахматный король, но право, Бобби Фишер, не побежден, не победил. Ой, я древнюшь. Мне все равно, каких я лет, пацаны или дед старый. Мне все равно, какой я есть. Себе не станешь врать. Важно, чтобы чья-нибудь подпела мне гитара и никому на песню не стал наплевать. Спасибо. Ой, пусть такие стихи продолжают. Но мы продолжим с вами, дорогие друзья. Сейчас вот говорили о гитаре, о музыке, и хочу спросить Светлану, мы услышим сегодня да. Белые акации, грозди, тушистые. Тогда мы с удовольствием сейчас просмотрим клип и услышим эту песню. Люди не зависают от техники, продолжают творить, продолжают создавать. Дел, гитару вы можете еще попозже. Да, гитара будет обязательно у нас чуть попозже. Чувствуем вдохновение весны. Напролет нас сводит с ума.
недели нас делая. Снова силою чувств.